Всем добрый день! В сегодняшнем ролике я вам покажу полный сеанс массажа колена при контрактуре. Для этого вам понадобится что-то для массажа. Я использую масло карите, либо масло ши. И также вам понадобится небольшой вот такой валик из полотенца, либо из пледа. Прежде чем начать массаж, я вам покажу несколько фотографий того, что именно мы будем массировать. Итак, мы будем массировать по передней поверхности ноги. Это прямая мышца бедра, которая состоит из трех волокон. Вот серединное волокно, rectus femoris, и два латеральных волокна, внешнее и внутреннее волокно. Еще у нее есть одно глубинное волокно, но оно находится довольно глубоко, здесь на фотографии его не видно. Поэтому, кстати говоря, эта мышца называется также четырехглавая мышца бедра. Также мы промассируем внешнюю часть ноги, здесь у нас проходит фасция, вот эта небольшая лента, которую вы видите, это фасция, она крепится сбоку от колена. Также мы будем массировать само колено. Здесь у нас проходит сухожилие прямой мышцы бедра, которое у нас крепится под коленом. И на задней поверхности ноги мы будем массировать также сгибательные мышцы колена. Они у нас проходят крест-накрест. Группа, которая крепится под коленом, и группа, которая крепится над коленом. Но все-таки основное внимание мы уделим прямой мышце бедра и нашему колену, то есть спереди. В сегодняшнем ролике я вам покажу общие принципы массажа коленного сустава, и также я вам покажу несколько специфических методов массажа именно при контрактуре колена. Садитесь поудобнее, помещаем валик под колено, даже замерим, да, то есть помещаем гониометр по внешней поверхности ноги параллельно нашей бедренной кости, и вот здесь параллельно большеберцовой кости. Смотрим. То есть вот примерно 40-50 градусов сгибания коленного сустава. Почему именно этот градус? Потому что только в этом положении наше колено находится полностью в расслабленном состоянии. Берем немного масла и начинаем массировать. Либо крема, если вы массируете с кремом. То есть сначала мы наносим крем, либо масло, на поверхность ноги. Весь массаж займет около 10 минут, поэтому если вы хотите потренироваться вместе со мной, прям нажимайте на паузу, усаживайтесь поудобнее и начинаем делать массаж вместе со мной. Так, наносим наш крем хорошо по всей поверхности колена и также по прямой мышце бедра. Массаж направлен больше на увеличение сгибания коленного сустава. То есть после данного массажа очень хорошо сделать все упражнения на сгибание колена. Так, я нанесла масло, начинаем массировать. Мы начинаем с основных принципов массажа, да, то есть мы начинаем массировать сначала наше сухожилие прямой мышцы бедра, которое, как вы помните, оно у нас крепится под коленом, да, то есть вы его даже можете вот почувствовать, это такая широкая бандлета, так, как вот здесь проходит, прям под кожей. Вот начинаем массировать. То есть мы начинаем массировать с нижней части прямой мышцы бедра. Хорошо, так промассируем. И далее вот такими движениями обхватывающими мы начинаем массировать уже всю ногу. То есть позади вы задеваете, ну, массируете сгибательные мышцы колена, которые у нас находятся под коленом. Сухожилия не очень хорошо чувствуются как раз под пальцами. Я возьму немножко еще крема. То есть промассируем сейчас хорошо немного под коленом и затем немного над коленом.
Так, промассировали наши сгибательные мышцы колена. И теперь начинаем массировать нашу прямую мышцу бедра, то есть которая идет у нас по передней поверхности ноги. Не забываем о том, что у нас здесь находится три волокна. То есть массируем сначала по передней части и затем массируем по латеральной части. Я делаю обычно 6-8 движений в каждом направлении. По внешней поверхности также задеваем нашу фасцию, вернее, массируем нашу фасцию. И нам остается промассировать внутреннюю часть, то есть медиальную часть нашей прямой мышцы бедра. Вот таким образом мы немного разогрели сустав, мы немного его промассировали. То есть мы немного нагрели, разогрели наши мышцы, нашего колена. Массаж я всегда делаю снизу вверх. Ну, в общем-то, это, наверное, наиболее удобное положение. Но и так более правильно делать массаж. То есть от начала крепления мышцы и кверху. Так, далее я вам сейчас покажу несколько специфических методов массажа, которые я использую именно при контрактуре колена. Итак, первый способ заключается в том, что мы начинаем массировать мышцу, прямую мышцу бедра, то есть да, на увеличение сгибания колена, мы ее начинаем массировать именно в растянутом максимальном ее положении. Для этого мы берем что-то, ну, я возьму сегодня подушку, вы должны найти что-то такое, то есть что обеспечит вам угол максимального сгибания. То есть если у вас примерно, вот сколько у меня здесь, примерно 60 градусов сгибания, то есть вы берете вот такую подушку, да, если у вас немного больший угол сгибания, то есть сделайте в себе что-нибудь такое, что обеспечит вам именно угол большего сгибания. То есть, видите, я подложила небольшой плед, и уже у меня получилось где-то 80 градусов сгибания. То есть зависит от того, какой у вас угол сгибания, но устройте свою ногу таким образом, чтобы у вас был максимальный угол сгибания. Я всегда подкладываю что-то под ступню, да, чтобы нога была в расслабленном, более расслабленном состоянии. Вот, то есть в таком, в максимально растянутом положении, то есть идеально, если вы даже почувствуете небольшое натяжение вот здесь по передней части ноги. То есть это будет означать, что у вас мышца растянута, да? И мы в максимально растянутом положении начинаем хорошо массировать вот такими движениями снизу вверх нашу мышцу, то есть начиная с ее сухожилия, поднимаясь вверх ладонями, то есть как бы стараетесь растянуть мышцу. Сначала серединное волокно, затем внешнее волокно. Делаем 6-8 движений. И затем внутреннее волокно. Если вы чувствуете, что мышца уже не тянет, сделайте немножко больший угол сгибания. И начинаем массировать внутреннее волокно также. Примерно 6 движений. Да, то есть данный метод заключается в том, что мы помещаем нашу мышцу, в данном случае, так как мы работаем над сгибанием коленного сустава, это у нас прямая мышца бедра, мы ее помещаем в максимально растянутое положение. При этом стараемся расслабить нашу ногу и делаем наш массаж, опять же, с учетом анатомии мышцы. Да, то есть мы делаем массаж нашего сухожилия и также делаем массаж всех трех волокон прямой мышцы бедра.
Это первый способ массирования при контрактуре. Второй способ массажа при контрактуре. Колено максимально расслаблено. В чем заключается второй метод? Метод заключается в том, что мы сначала заставляем нашу мышцу работать, и затем, как бы после того, после ее сокращения, после того, как она работала, физиологически она начинает расслабляться. Что я имею в виду? Смотрите, прямая мышца бедра, да, наша прямая мышца бедра, она у нас, как вы знаете, совершает движение разгибания в коленном суставе. То есть, когда у нас колено разгибается, наша прямая мышца бедра работает. То есть, мы сделаем так, чтобы наша прямая мышца бедра хорошо потрудилась несколько секунд, но в последующие несколько секунд она будет в максимально расслабленном состоянии. И вот именно здесь мы начнем ее массировать. Для этого вы можете использовать либо вторую ногу, то есть вы можете прям поместить вторую ногу сверху и вот так, создавая как бы противовес вашей ноге, мы начинаем разгибать колено. То есть, да, прямая мышца бедра начинает сокращаться. Это первый вариант. Второй вариант, если вы найдете что-то, куда вы сможете, в общем, подсунуть, поместить вашу ступню, да, и тогда уже как бы разгибать колено против чего-то. Но сегодня я вам покажу именно со второй ногой. То есть, но смысл, опять же, остается в том, чтобы задействовать как можно максимальнее нашу прямую мышцу бедра. Итак, начинаем делать, в общем-то, начинаем делать все, что я сказала. Параметры в данном случае это 6-10 секунд сокращения, потом расслабление 6-10 секунд. Да? Начинаем делать, то есть сокращаем нашу прямую мышцу бедра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, да, между 6 и 8 секунд. Максимально расслабляем ногу и начинаем ее массировать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй раз делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 8, 9, 10, да, как вам удобнее. Начинаем массировать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот, то есть, таким вот образом мы можем сделать, ну, в районе 10 раз. Вы также можете увеличить время массажа, но время сокращения желательно не снижать. То есть это примерно 10 секунд сокращения, максимального сокращения, с последующим расслаблением и с последующим массажем. Время массажа вы можете, в общем-то, увеличить от 10 до 30 секунд и потом снова, да, повторить, опять же, вот, сокращение, расслабление. То есть мы с вами сделали несколько раз. И также я вам сейчас покажу также одну из техник массажа, один из способов массажа с задней поверхностью нашей руки. Опять же, обычно этот метод мы применяем уже в конце массажа для максимального расслабления нашей прямой мышцы. Мажем немного крема на тыльную поверхность нашей руки. И вот таким вот движением начинаем хорошо массировать в заключение нашу прямую мышцу. Да, то есть старайтесь прям хорошо, хорошо ее проминать. То есть задевая и внешнюю часть нашей мышцы, и немного нашу фасцию. Видите, у меня прям нога немного уже покраснела. Хорошо так размяли мы ее сегодня. Опять же, я делаю 6-8 таких движений. Так.
Также в ваш массаж вы можете включить мобилизацию вашего надколенника, да, в общем-то, я вам часто об этом говорю, что в сгибании коленного сустава участвует также надколенник. Для этого, как вы помните, нужно максимально расслабить коленный сустав. Только в этом положении вы сможете продвигать ваш надколенник. И после данного массажа очень хорошо выполнить ваш комплекс упражнений на увеличение сгибаний либо разгибаний коленного сустава. Надеюсь, ролик вам будет полезен. Всем до следующих роликов. Всем пока!